видеорегистратор на 8 ПОЕ портов, 2 слота для дисков и с поддержкой камер с разрешением 8 мегапикселей. Сегодня у нас в руках видеорегистратор Hikvision DS7608NIK2/8P. Он поставляется в крупной картонной упаковке, в которой также найдем сетевой кабель питания, 2 SATA кабеля и набор винтиков, простенькую мышку, сетевой кабель, кабель питания, диск с ПО и документацию. Устройство весит 3 кг и выполнено в металлическом корпусе. Передняя панель пластиковая. На ней расположены светодиодные индикаторы работы и USB-порт для подключения внешнего накопителя или мышки. На задней стороне корпуса находится 8 LAN-портов с поддержкой ПОЕ для подключение IP-камер, 2 RCA-порта, VGA и HDMI-видеовыходы, разъемы для тревожного входа и выхода, гигабитный LAN-порт для подключения к локальной сети, еще один USB-порт, выключатель питания и разъем для подключения кабеля питания. В данный видеорегистратор можно установить 2 жестких диска с интерфейсом SATA и емкостью до 8 терабайт. Максимальное разрешение видео с IP-камер – 8 мегапикселей. Поддерживаются современные кодеки H265 и H265+. Возможно как непрерывная запись, так и запись по расписанию или по событию с предзаписью и постзаписью. Есть функция резервации файлов видеозаписи и изображений, отправка изображений по электронной почте и другие свойственные сетевым видеорегистраторам функции. Резюмируем. Данная модель удобна тем, что она имеет встроенный PoE-свитч, что позволяет подключить и питать до 8 IP-камер. А возможность установки 2 жестких дисков позволит обеспечить большой объем архива видеозаписей с камер.